Вот мы приехали в Барнаул, с Бельмесёва брата Василия привезли. Он брат Сергей с Игнатьевичем заходит в квартиру. Сейчас он вещи... Вещи надо забрать. Он сейчас вещи заберет. Спасибо, Христос, брат, будешь заходить? Да я тут что пойду? Давай, давай, кто едет, я поехал. Никита, ты едешь, нет? Игнатий Иванович, вы поедете? Игнатий Иванович, вы поедете, а то Николай уезжает. Ну давай, я поехал. Я поехал бы, если возможно. Давай. Все, с Богом. Ты голод, мне не перечь. Ну все, брат, заходим. Все, они поехали? Да, все, они поехали. То иначе ночью потом морозится неохота на остановке. Заходи. Я думаю, его с северного полюса забрали в южный полюс. Не в южный, а пожарче. Холодно у него? Ну вот у него спросил. Холодно, конечно. На полу до 16 морозов. Мы вот приехали, вот так вот он и ходит по дому. Еле дверь открыл, а у него замерзло там напрочь. Пластиковая дверь. Ты что ходишь? Вверху южный полюс, а внизу северный. Восьмой этаж. Он единственное, документы не взял себе. Я хоть ему и говорил об этом. А что не взял? Да что-то ключи взял. А... Ну торопили, мы ж быстрее. Деньги взял? Деньги взял, говорю? Нет. Нет? А что? Так, на дармашинку туда. Ну а башку-то взял? Самое главное. Голова на месте. Вот на днях надо ехать. Опять ехать без денег. Да где на автобусе? Денег нет, ты же пешком ходишь, ты же турист. Зачем тебе деньги тратить? Так, три поклона. Вот крест платит. Там поднимать. Вот крест платит. Свет. Вот крест. Брат, свет включи, да, пожалуйста. Разворачивайся. Вот. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Говорят, мир дому всему. Мир всему дому. С миром принимаем. Даже простые вещи надо учить. Разувайся. Будь как дома. Не забывай, что ты в гостях. Будь как дома. Ага, он тут как дома. Нет, не как дома. И как дома не будет. Я не собираюсь, уж 16 градусов мороза, чтобы это не было. О, это у тебя для кого будка такая? Для Васи, для кого? А там кто у тебя стонет? Там ураган. О, так у тебя там что-то утеплено даже, да? Или что там? Диван такой. Ой-ой-ой. Кашляешь сильно? Да. Бывает. Кашляет, да. Бывает. Лечиться будешь? Чем? Да какая тебе разница? Чем? Ну, горькими таблетками? Надо бы, да. Чем? У тебя есть выбор, что ли? Чем? Что дам, то я будешь пить. Так, это кто у нас тут лежит-то?
Это вот хозяйская собака, это собака клиента моего. Ага. Мне платят деньги, я их сниму. Как кличка у него? Это Шанс. Шанс, ого. Шанс. Валенький, куда пристроить? Валенький, давай. Вот сюда вот я их ставлю. Так, вот будет твоя комната тут, иди сюда. Снимать тут. Тепло тут? Ну. Йо, ураган, иди поздоровайся. Это Вася. Ураган, ураган, ураган. Это Володя. Ну что, я-то тут не ждал. Так, не трогай, не трогай там еще. О, верный. Так, там не шарьте. Ураган, нельзя. Там он с собой сухари привез, еду там кое-какую. Понятно. Да, вроде продукты забыли. Да не как не рады. Сергей Павлович, Николай торопил. На себя. Так, помолил. Ой, а ты что так оброс-то, как баба-то? Встреч. Бомжара-то, а? Галя загуляя, надо сказать. Быстро. Галя загуляя. Надо сперва отмыть его. Отмыть его. Так, иди вон это, Седова. Вон туда. У урагана такая вот дома, комнатка своя. Ураган, в прошлом году, год назад, ничего страшного. Люди по три года бывают. Ну, вот. Иди сюда, на место. Иди тут. Так. Ой-ой-ой. А ты что в одном носке? Да, валенок снял, у меня остался там. А это куда? Ремни вон туда, он ложит. Игнатий, он же даже с собой взял веревочки, говорит, что, говорит, свяжем его, говорит, и привезем, говорит. Да нет. Да вот ложи вот сюда вот, наверное. Сюда. А он сразу согласился. Ну а что, такая банда приехала, банды не попали. Да Николай торопил, так мало-мало собрали. Ну, он торопил его еще раз. Так, ты надолго приехал ко мне? Да как? Как принимать будем, да? Как скажешь. Ну, Игнатий Иванович попросил на зиму, конечно. Как скажешь. На зиму? Конечно. Ой-ой-ой. Раздевайся, сейчас мыть тебя пойдем. Ты будешь все снимать. Знаешь, сколько лайков соберем. Так я босиком буду. Все, диплом. Ну, конечно, ты же не в носках. Мыться сейчас пойдешь первым делом. Конечно. А мне зачем так грызнули? У тебя там вши, там, наверное, блохи. Да нет, я чесался. Чесался? Да вычесывал. Вычесывал. Часто гребнем. Нет, ничего жидкости. Ой-ой. Так. Правку бы, конечно, бы от кожи. Ладно. Молитва. Ой-ой-ой, Сергей Павлович. А как ты, брат, хотел-то? Вспомни притчу-то, когда эта женщина-то ждала-то. Что ты хочешь? Чего? Северного поселка приехал. Северного? Тебе дров привезли, братья? Я так и спал. Так и спал? Да что? Ну вот эти вот штаны верхние снимал. Ну и что, да, дрова-то гнилые-то, нет? Ну гнилые. Ну а как же ты гнилыми-то топил-то, когда Володя последний раз приехал-то? Так еле растапливал уже. Ну растапливал же, а ты говорил невозможно, а уже солгал. Понимаешь? Еле. В основном кто тополь дает. Сосна это гнилая. Гнилая. Нормально топятся они там чуть-чуть. Люди вообще вон гнилушками топят. Ну, так. Сейчас.
здесь вот, брата, кухня. Восьмой этаж. На такой высоте жить, ой-ой-ой, конечно, страшновато. Везде у него. Вот у него холодильник у брата. Вот он. Хороший. Вот здесь у него места писания. Чтоб сильно не увлекался едой. Это все, брат, тебе напоминание, да? Откуда-то растет. Маленькая. Номера тормозит. Ну да, это точно. С этим я согласен. Ну и как этот ученик твой, этот новенький, послушный? Да, хорошо дрессируется, это прям не то, что там вот у меня был тибетский мастиф, я с ним замаялся, а это все-таки немец. У них в крови это уже, да? Слушный, да. Верно, он подружился. А как ураган? Ты там раздеваешься, нет? Раздеваюсь. Давай быстрее. У брата столько одежды там. Тебе ванну набрать, будешь откисать, наверное, да? Ну, конечно, нужно ванну. А у меня затычки нету. А, ну так, в душе, значит. Да, в душе так, помылся бы. Потом так. Ванну не отмоешь, не отмоешь. От грязи. Вот так вот. Вот у него гостиная. Вот здесь вот он сидит, брат, на этом кресле. И отсюда проводит занятия по скайпу. Вот у него глазок. Ой-ой-ой. Микрофон у него. Отрастил папу-то, а? Вот награды. Ты никогда таким длинноволосым не был. За дрессировку собак. Постригаешься. А, голову чем согревать? Благодарность. Шапка? Сам-то под одеялом, а голова-то наружу. А что топиться-то? Не судьба, что ли? Топился. Ну и что топился-то? Экономия. Экономия. А что у тебя два креста-то вдруг? Да один нашел. Ну два-то кто носит-то, Вася? Один купил, другой нашел. Ну нашел, ну положи. Зачем ты ее два-то цеплять-то? Да если бы знал, зачем я ее прицепил. Ну теперь знаешь, какой найденный-то? Большой или маленький? Большой найденный. Это ну и зачем ты найденный купил? На себя цепляешь? У тебя есть свой, зачем тебе найденный-то вообще? Так если бы я знал, я бы... Так вот тут знать-то? Если бы знал. Ну-ка стой, давай. Что? А, веревочку. Все. Этот вот положу тебе. Найденный. Зачем найденный на себя открытому прицепить? Это вообще. Да его можно отдать. Он говорит, что эти потеряли, видимо, строители у него там обшивали ну, дачу. Да. Все, кто два-то носит? Зачем? Тогда такого не было. Проходи. А вещь. Вещи бери. Переодень. И вот это вот куда? Ты сейчас бери, что переодень. Трусы чистые есть. Отродясь не было, наверное, да? Кальсоны-то есть. Кальсоны бери. Что, сейчас будешь мыться или что? Там бери. Мешки. Ну бери, я что тебе? Так я говорю, где распаковывать? А вот, здесь, вот здесь распаковывай. Сейчас бери, помоемся, потом будем переносить. Постирать может что-то надо еще. Вот тебе рукавицы-то твои. Толстые, да, мои. Кальсоны здесь у тебя? Да. Ну так. Ну, кальсоны и с сапогами вместе все. Так чистые кальсоны с грязными сапогами, кто ложит-то? Так собирались, Николай, торопил. Да там торопили. Я забыл продукты взять. Там не до этого было. Все, рубашку какую, эту наденешь? Рубашка, тут же вот. Армейская, все. Да ладно, тихо там. Собака тебе говорит, давай быстрее. Она даже она смотреть не может, давай медлить. Ну вот эту вот рубашку она у тебя уже. Да вот, а кого она? Она порвана все, вот.
Вот эту один. Одевай, все. Дома-то пойдет ходить. Все, дома будешь ходить. Ты как психбольница это самое. Да нет, это армейская. Армейская, ну. Нижнее белье, армейское. Нижнее белье. Что в нижнем белье? Давай, шуруй. Так, вот это вот. Полотенце у тебя есть? Полотенце где-то есть. Бери свое. Так. Хватит тебе вытереться-то. Вот и мелкий хватит. Так, все. Вот. Воду знаешь, как включать? Разберусь. Ну-ка давай, включай. Это горячая. Это горячая. Включай, включай. Это холодно, да. Это переключатель. Да, да. Включи. Вниз, вниз до конца. Вот, да, это душ. Вот когда длинная вниз, все, включай горячую, потом холодную. Нет, неправильно. Теперь вверх. Вот это вот наверх. Да, вот это душ. Фу, тебя воняет как это. Ой-ой-ой. Я болел, обмочился. Чем болел-то? Ну чем болел? Все, распуда. Выключай. Распуда. Все, вот холодное. Холодное вот сюда вот. Да. Все. Вот. Вот туда он может вот так вот вставить. Вот, вверху. Ну, вот, ну, это, вот это только обязательно закроешься, чтобы сюда вода не лилась. Понял? Ну. Помочь тебе? Да пусть сам разберусь. Все, давай, у тебя 45 секунд, время пошло. Все, выключай, все. Ладно. Мне перечнее, солдат. Я тебя сделаю, уже 30 секунд. 71-й год попёрли.